Первые летние жаркие деньки многие стараются воплотить в жизнь все то, о чем они так мечтали холодными зимними вечерами. А вечно молодым детям, погибшим защитников Отечества, членам общественной организации «Память сердца» любая погода по душе. Спустя полгода они вновь встретились на тропе здоровья. Напомним, зимой они собирались в городском парке культуры и отдыха для того, чтобы подышать свежим морозным воздухом, поиграть в спортивные игры и попить чай из термосов с домашними пирожками. На этот раз уже чуть меньшая, но не менее дружная компания отправилась в тень летнего леса накануне празднования Дня России, страны, за которую сложили головы их отцы. Обустроив себе место и немного подкрепившись, все собравшиеся дружно встали в круг и занялись зарядкой. Вдох! Выдох! Вдох! Выдох! Так. Так, коленки уже размяли, так сейчас можно приседать. Это много? 10 раз. 2. Что вы там возводишь? Все, поднимайся, да. Вот. В другую сторону. Пошли. После столь основательной разминки можно и посоревноваться друг с другом. Обратно, что ли? Они молодцы! Обратно! Так вы еще рядом-то? Которая победительница-то? Нет, они поделят пополам. Ой, Валя, подожди! Подожди! Ну все, я серьезно бегу. Сейчас я серьезно побежала. После физической нагрузки просто необходимо душевно отдохнуть. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж охранились. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жить. Хочу, чтобы лучше ты стала. Общественная организация «Память сердца» в Артемовском городском округе существует уже 6 лет. И несмотря на свою тяжелую судьбу, эти люди не унывают, а подают всем пример того, как можно восхищаться жизнью и любить ее. А сегодня мы на природе занимались физкультурой. Мы отдыхали, печенки пекли, ели картошку, нам не до мяса, не до шашлыков. Наше детство бедное, голодное, и мы довольны картошкой. И вкусная картошка на природе. Вот я приглашаю, пользуясь возможностью, в следующий раз обязательно приходить на такие мероприятия. Мы буквально отдыхаем, и песни поем, и игры играем, и физкультурой занимаемся. Я участвую второй раз. Первый раз я участвовал в зимний период, зимой в парке. Мне очень понравилось. И вот я с удовольствием и сегодня сюда приехал. Природа хорошая, люди хорошие, активные. Позанимались спортом и отдохнули очень хорошо. Поэтому я, как председатель Совета ветеранов 6G15, приглашаю всех наших ветеранов со станции Горшина принять активное участие в этой организации, потому что это самое хорошее. Мы на природе, мы здоровые, сильные и будем жить долго. Спасибо этой организации. Я очень доволен и всегда думаю, что буду участвовать каждый год. Спасибо. Сегодня мы были на тропе здоровья. Погода очень хорошая. И занимались физкультурой, бегали, призы были небольшие. Очень хорошо, очень понравилось. Пекли печенки, очень-очень хорошо. Всегда приглашаю всех сюда принимать участие, куда бы мы куда ни ходили. Всем большое спасибо.